Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. Сегодня я нахожусь в районе Кестель. И хочу вам предоставить хороший вариант 1 плюс 1 в хорошем проекте. Расстояние до моря отсюда 300-350 метров максимум. Есть скрытый бассейн, сауна, хамам, боулинг. Открытый большой бассейн, открытая большая территория. Там мини-футбольная площадка, теннисный корт. Ресторан от качественного застройщика, также генератор, детская игровая площадка, ну, что надо, все есть. Айдат, квартира 1 плюс 1, 35 евро в месяц. Сегодня, кажется, сегодня 5 января, если память не ошибаюсь, да, 5 января. На данный момент я ожидаю какие-то поправки, налоги все узнаю на квартиры там и тому подобное. А также есть хорошие варианты у меня в районе Оба Тосмор, открытом районе, что для ВНЖ. Звонил на 150, номер 157, это госструктуры. И там уточнял насчет цены, которая указывается в ТАПО, 200 тысяч долларов. На данный момент экспертная оценка не нужна после 16 октября 2023 года. Достаточно миграционная служба предоставить ТАПУ, в которой указана цена 200 тысяч, выше 200 тысяч долларов. А те все квартиры, которые были куплены до 16 октября 2023 года, нужно показать экспертную оценку выше 75 тысяч долларов. И тогда вам продлят ВНЖ или дадут первичку, если вы еще не получали. А если даже вы продадите квартиру сейчас и купите новую, то вам не продлят. ТАПУ действует по новому закону. Даже если оформите половину на кого-то, квартиры, да, 50 на 50, тоже по новому закону должно все действовать. ВНЖ дадут, если указать 200 тысяч долларов. Так что у меня есть варианты. Завтра, например, сниму еще один ролик. Там цена 253 тысячи, то есть 153 тысячи евро, пардон. 153 тысячи евро, 2 плюс 1. У моря можно сказать, что район Обагер, 2 плюс 1. Завтра я сниму. Можно по той квартире получить ВНЖ. Так как в собственности выше 5 лет налог для хозяина квартиры не выйдет. А также, если вы купите под ВНЖ квартиру, то каждый год вы платите налог. Налог будет где-то 22-27 тысяч лир, ежегодный налог, который платится в мэрию Алании. Вы должны это тоже учитывать. И если продадите квартиру в течение 5 лет, то выйдет еще налог, который берется в банке. Здесь там приблизительно 10%. Чтобы понимали, если купите 5 лет, вы ее желательно не должны продавать. И получите ВНЖ. Вот такая маленькая информация для вас. Так что у меня есть хорошие варианты. Я работаю по запросу. Все, вот это хорошая квартира, 1 плюс 1. Минимум полезная площадь 45 квадратных метров. Может быть, здесь 51, но есть 51. Я крайне минимум скажу. Без кухни, вот без кухни 45. Кухня уже закрыта. Балкон где-то у нас 6-7 квадратных метров. Сторона юго-восточная, в той стороне моря. Также есть подземный переход где-то. Здесь известный проект как Лори Куин, Аура Блю. Проект называется Калипсо. Раньше работал в этой компании. Продает мой родственник эту квартиру. И цена, сразу скажу, 123 тысячи евро. Не буду тратить ваше время. Ага, все показал, квартиру показал. Высокие потолки 285 сантиметров, может быть 290. Ага. Спускаюсь, покажу вам инфраструктуру. Тут два лифта. Ну, мы находимся как бы на первом этаже, но он как второй этаж. Здесь есть пандус.
Открытая парковка, как видите, около каждого блока. Здесь 8 блоков или 9 блоков, не помню. Там зона барбекю, беседка. Вот, видите? Так. Так. Территория огромная. Давайте я пройдусь к бассейну, потом продолжу съемку. И, кстати, 157 позвонил в миграционную службу. Это госструктура, тоже уточнил, будут ли какие-то изменения закона. Официального такого нету. Есть как бы у них повещение, что да, 200 тысяч долларов. Пока что такое правило. Может, что-то изменится. Они тоже этого не знают. Ну, здесь спа-центр. Давайте в спа-центр зайдем. Охрана 7 дней 24 часа. Вот. Пока что можете получить венджер по этим правилам. Потом, не знаю, могут они изменить. Я ждал изменений, может быть, хотят там экспертную оценку в будущем, поправку сделать, что 200 тысяч долларов экспертная оценка, да? Но пока что этого не сделали. Но думаю, что они решат поменять на это правило. Где-то спа-центр, еще, сауна, хамам здесь, но она пока закрыта. Так, выйдем отсюда. Фитнес. Вот где он, скрытый бассейн, вход был. Пардон, скрытый бассейн, вход отсюда. Айда 35 евро, дорогие зрители. В первом блоке находится. Открытый бассейн, вот, функционирует, лежаки даже есть. Мы видели открытый бассейн, еще боулинг есть наверху в другом блоке, но до туда мне не добраться сейчас. Тороплюсь. Так, генератор есть. Ресторан есть тут. Рядом, кстати, 150 метров, маркеты, сеть магазинов Carrefour, Migros есть, 4М ресторан и тому подобное. Хорошая локация района Кестель. Пятиэтажки, здесь высокоэтажки не разрешают строить. Пока что этот район закрыт, не знаем, когда-то может откроется. Там детская игровая комната, ее зона. Бильярд, там, и там игровая зона. Вот огромный бассейн с горками. Там детская игровая площадка. Есть ресторан. Боулинг, кажется, в другом блоке или в этом блоке. И здесь ресторанчик. Вот ресторан летом функционирует. Ролик уже стал длинным. Так что ставим лайк, пишем комментарий, обращаемся, помогу с выбором недвижимости в Алании на любой запрос, в любом здании по самым оптимальным ценам на этом рынке, потому что я работаю на комиссию, знакомлюсь с хозяевами квартир, это редко кто делает здесь, и посоветую, где что правильно взять, чтобы не попасть в будущем. С вами был Агаси, Солнечная Алания, район Кестер. Всем пока-пока.